Нечто новое с садика. Это не возвращена покупка. Посмотрим, как работает. Так, воткнули зарядку, ничего. Потребления же нету. Так. Пошло. Ваты, вольты, амперы, ватт. Вот, ничего так себе, счетчик работает. Киловатты, ну, опять вольты, амперы, ваты в реальном времени, ваты максимальные значения. Ну и просто счетчик. О, сверху даже пленочка, но не на весь экран, а только вот так. Ссылка будет в описании, если нужно будет замерить количество ватт, потребляемое за определенное время. Самое то, либо в реальном времени. Даже если вытащить, то спустя какое-то время он еще продолжает показывать значение. Ну, в общем, как-то так. Есть еще инструкция. Замечательно, только инструкция на английском. Ссылка будет в описании.